Доброго времени суток, мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий Таро-расклад для мужчин. Вот захотелось мне сегодня провести, да, на такую тему «Твое будущее в опасности. Что нужно сделать?» Почему-то интуитивно я чувствую, что нужно провести сегодня для кого-то из вас такой расклад. Кто-то из вас должен получить необходимую информацию. Поэтому прослушивайте до конца, чтобы понять, что вам хотят сказать высшие силы. И начинаем смотреть. Итак, сейчас никого не загадывайте, настраивайтесь только на себя. Все лишние мысли в сторону. Итак, для начала давайте посмотрим, какой мужчина пришел на расклад и что сейчас происходит в вашей жизни. Дорогие мои мужчины, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий для меня очень ценен и важен. Благодарю вас за подписку на канал. Отдельная благодарность спонсорам канала за то, что помогаете развитию канала, приобретению необходимых материалов. Для спонсоров теперь доступны отдельные видео, отдельные обряды, где также вы можете увидеть мое лицо, кто этого действительно хочет. И благодарю вас за подписку на канал. Надеюсь, что после просмотра вы также подпишетесь, чтобы не пропустить все дальнейшие новые ролики. Итак, вот какое-то неспокойное состояние сейчас у вас на душе, даже состояние какого-то раздражения. Причем вы хотите от этого чувства тревоги полностью избавиться, но периодически может как накрывать, да, вот, ну, как бы, может быть, даже где-то в чем-то необоснованная тревога, но вот вы сами не можете понять, что тут происходит. Вот даже как нервозное состояние, что-то идет в вашей жизни не так, как нужно, и вы на это повлиять не можете, хотя очень этого хотите. Вот много каких-то негативных энергий в вашей жизни идет сейчас. Вы сейчас в этом и проходите свой какой-то кармический урок. Вот высшие силы хотят, чтобы вы наконец его прошли, но все как по кругу идет. И из этого круга вы не выходите, вот как будто бы нет движения какого-то вперед. Какие-то ваши чувства, эмоции вас тянут не туда. Вот до сих пор вы что-то не осознали, что-то не отпустили. Вот эти чувства, эмоции очень сильно вам мешают на данном этапе. Вам нужно очиститься от негативных эмоций, чувств, тревог, каких-то переживаний и спокойно идти дальше, каким-то своим целям. Определиться, наконец, то, чего вы хотите. Определиться, да, со своими целями, кардинально пытаясь что-то менять, выходить из какой-то замкнутости. Вы как будто идете не туда. Вот сбились правильного пути, либо не стремитесь особо к какой-то цели, поэтому это и может не приводить к тому результату, которого вы хотите. Вам нужно четко определиться, чего вы хотите, определиться с тем, что вам действительно нужно. Внутри у вас нет какой-то радости, очень много каких-то, знаете, вам жизнь, да, вам судьба подкидывает каких-то правильных подсказок вокруг вас, а вы что-то не замечаете. Поэтому из своей тревоги выйти сейчас и не можете. Опять же, какие-то можете видеть знаки, да, или какая-то вот собираетесь на какую-то встречу, там бах, что-то там, какая-то ситуация произошла, когда там опоздали. А либо же что-то, когда договорились на определенное время, пришли раньше, там что-то могли увидеть, да, у каждого здесь будет свое. Можете написать в комментариях, какие знаки, кстати, вы замечаете. Цели вроде бы у вас и есть, но нет какого-то четкого плана. Поэтому в своих эмоциях, в своей ситуации вы ходите как по кругу. Внутри вас остались какие-то противоречия, боль, которые до сих пор не проработаны. Из-за чего это вас как будто бы блокирует и закрывает от поставленных вами целей и получения результата, которого вы хотите в будущем. Которое, ну, вот, приведет к вашему какому-то благополучию. Это все нужно понять, это все нужно проработать, увидеть какие-то подсказки, которые вам посылают высшие силы, и проанализировать их. Потому что из-за этого у вас блоки, закрытые дороги в будущем, да, идут, потому что вы чего-то не понимаете, не прорабатываете этого всего. Вот задумайтесь над тем, что, чтобы, ну, не делать каких-то резких, да, там, импульсивных движений, решений, не делайте чего-то сгоряча, в том числе не делайте какие-то необдуманные поступки, о чем потом будете жалеть.
Потому что какая-то ситуация с чем-то или с кем-то выбила вас из колеи. И вы из-за этого можете нарубить дров. Это вам идет как такое предупреждение. Потому что из-за этого вы как и сбиваетесь с правильного пути. А вы на это ведетесь, вот включая какие-то негативные эмоции. Давайте посмотрим, что же Вселенная вам хочет сказать, что же нужно сделать, чтобы чего-то избежать, да? Что нужно понять вам? Напоминаю вам о том, что данный таро-расклад общий. Для записи на персональный таро-расклад, пожалуйста, пишите Viber, Telegram, WhatsApp по номеру телефона, который указан под видео. На телефонные звонки я отвечаю только по предварительной договоренности и только в оговоренное время. Поэтому, кому нужен персональный расклад, пожалуйста, пишите Viber, Telegram, WhatsApp. Номер телефона указан под видео. Персональный таро-расклад платный, где в течение определенного времени вы задаете интересующие вопросы, получаете на них ответы, а также цвет карт для вас от высших сил. Ну, что у нас здесь проходит? Вот здесь вот даже, знаете, вот как карта, проходит карта глупца, карта обнуления, карта, которая показывает о том, что вам нужно уже идти по этому новому этапу, да, вот как бы так, обдумывая все, не делая резких каких-то движений. Вот вам нужно все как-то вот подключать свой разум, логику. Переступите какую-то черту, какую вы еще не переступали. Перестаньте жить, действовать по шаблону, по которому вы привыкли действовать. Перестаньте повторять то же самое, что вы делали раньше. Потому что это как хождение по кругу, по которому вы не проходите свой кармический урок. Урок для вашей души, который вы не прошли, да, а должны уже были давным-давно пройти. И сделать какие-то важные выводы. Вы не входите в какие-то новые энергии. Нужно избавляться от старых энергий. Нужно менять энергии. Избавляться от каких-то стереотипов поведения, к которым вы привыкли. Вам нужно научиться выйти из переживаний, из-за каких-то потерь, боли, несправедливости. Тогда на будущее, на ваши планы откроются какие-то дороги. У каждого здесь будет своя история, да, проигрывается расклад общий, но нужно научиться что-то преодолевать и идти вперед, несмотря ни на что. Тогда в будущем вы получите желаемое. Вот как будто вознаграждение вы получите за свой какой-то пройденный кармический урок, который вы сейчас проходите. Давайте посмотрим, вам совет карт для вас от высших сил. Что же вам хочет сказать Вселенная, что же вам хочет передать высшие силы в данной ситуации. Ну вот прорабатывайте в себе вот эти переживания, боль, гнев и идите дальше. Выбирайте осознанно новые энергии, эмоции. Прислушивайтесь к себе, вы найдете выход вот из какой-то ситуации. Не делайте все поспешно и сгоряча. Все перепроверьте, разберитесь в себе, разберитесь в какой-то ситуации. Спешка ни к чему. Вот не повторяйте то, что вы делали раньше, не ходите по кругу. Меняйте свое отношение к чему-то. Тогда и ситуация, которая вызывает у вас негативные эмоции, тоже изменится к лучшему. Итак, дорогие мои, жду ваши лайки, комментарии, что вы думаете по поводу данного таро-расклада, срезонировал ли он вам. И надеюсь, что после просмотра вы подпишетесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие новые ролики. С вами была я, Катерина. Пока-пока.